Фу, блин. Итак, всем привет, с вами Сома. Извините, что так долго оставалась музыка. Я, долбанный идиот, запустил стрим, но не удосужился проверить, работает ли у меня игра. И вот сейчас, пока музыка играла, я специально оставлял музыку, я по-быстренькому проверял игру. И она сейчас работает, я ее настроил, все в порядке. Единственное, только не захватил, так что сейчас еще во время игры будем захватывать. Сейчас, секунду, я включу звуки игры. Если, конечно, они у меня есть вообще тут. Так, секунду, добавить окно. Вроде это. А, значит, не это. Извиняюсь, тогда удалить. Значит, придется захватывать игрой. А, все, захватилось. Сейчас мы его под оформление растянем. И будет все нормально. А, она еще и немного узкоформатная. Ладно, чуть-чуть придется как под тип обрезанной делать. Секунду. А, блин, слишком много. Блин. Слишком много опять. Настройки в прямом эфире. Позор. Ладно, хотя бы так уже с черными полосами, ну, не слишком обрезать уже не получится его. Хотя бы так уже. Извините, что так получается все. Так. Честно, а что звука-то нету? Вроде звук должен быть, как-никак эмулятор Atari Jaguar у нас работал на этом. Во время Раймана, когда мы пытались его эмулировать. И тут что? Так. Что-то никаких звуков нету, странно. У меня это вообще не подает никаких звуков, даже в микшере ничего не показывается. Вот, блин. Да! Серьезно, первый раз запустил, потому что я только недавно пришел с дня рождения. И тут, блин, решил постримить. Тут, блин, зараза, еще и звуков нету. Даже не тестил, да. Можешь меня гнобить за это потом. Сноуборд, либо... так. Фрирайд. Комплит. Нам нужно комплит, скорее всего. Гиант выберем. Думаю, это все сложности. День рождения моей бабушки был. Я вот от нее пришел. И поэтому вот, немного не подготовившись, нормально пришлось сделать. Так что, думаю, если звуков игры не будет, сейчас запустим игру, попробуем. Если не будет игры, то включу просто на фоне какую-нибудь музыку с группы ВКонтакте. Челлендж 1, рейс 1, Гент. Ага. Так, и что тут у нас? Ага. И звуков нема. Ладно, тогда на фоне включу сейчас музыку из группы ВКонтакте одной и будем слушать и играть. Да, и бомбармен сразу же. Бомбить будет знатно, значит.
Ауч, дерево. Финиш и что? Я на последнем месте, отлично. Так, для начала пробуем все режимы этих фиговых. Ауч, дерево. Да, хия, это у нас групповой этот канал УГЦ. Мы тут стрим, разные люди стримим разные игры. У каждого свой челлендж. Вчера, там, когда позавчера Fable был, это просто небольшой фристрим, расслабление было, можно сказать. Немного расслабились чуть-чуть так. В чате человек своим ником, это не ник. Мисс, это отлично. Так. Так, у меня потеря кадра, смотрю, небольшая, кстати, была. Так, здесь, кстати, чат видно, все. Дэн тащит Винби, лучше пишут. Дэн! Ух ты, тут еще прыгать можно, я могу. Ауч. Что за... О. Вон как надо было. Вот так, вот так, вот так. Просто не мимо них, а не через них, а возле них проезжать надо было. Туда добавляется. Я, может, что-то путаю. Не я, вчера играл Дэн Фейбл. Вот он как раз пишет через чат в ГЦ. Game over. Так, пробуем другие. Так, тренировка нет, прирать посмотрим. О, трасса! То есть мне нужно пройти по этой трассе. Это уже интересно. Поинтереснее будет режим. Не просто доску лидера попасть, еще проехать надо до конца нормально.
Ну, это пишешь нам, нашему каналу. Доставай ты, засранец. Чекпоинт есть, отлично. Вставай, лыжник фигов. Ой, блин, опять на ютубе. Так, секунду. Итак, Грей, вопрос, отвечая на твой вопрос, привет, кстати. Пройти эту игру можно, либо поиграв в режиме трассы, пройти трассу, попасть в первую строчку по скорости. А второй вариант, это вот как сейчас я, пройти трассу на фри режиме. А кстати, поменять кто-нибудь на YouTube дашь, потому что я на YouTube я до сих пор пока поменять дальше не смог. Извиняюсь, Петр Б, что так подставляем, можно сказать, с этим Дашем на Ютубе. Ну, я пошел на Фейбл, а я тут такой сижу, играю в скейтера. Я там его обзывают. Сноубордиста. Ауч. Да блин, падаю. Еще на чат. Однако привет, Бас, блин. И отвлекаться на игру и на Дашу надо. Ой, на чат успевать надо, блин. Вот тут текстурки плавятся какая. Привет, Варбласт. Че, успел? Или нет? О, успел, значит. Так. Чё тут чатом? Atari пишется без игрека, понятно. Извини, Бас, я бы как-то в торопях все это делал. Почему-то она согласна, если почли нее две согласны. Это я не знаю о чем. Как игра... Ну, как видишь, в принципе, играется неплохо. Единственное, но при эмуляции почему-то не сработал звук. И немного, как видишь, текстуры ломаются. Да, сыпятся. Пока вроде изи-бризи.
Изи пизи лемон сквизи, блядь. Только сказал, сразу свалился. Не, ну на последней секунде заехать на финиш, это офигенно было. Так, прыгай. В настройке даже не было галочки для звука, не знаю почему. Хотя, в принципе, используют тот же самый эмулятор, что и для Раймана, но что тут не хочет. Не знаю, почему он не хочет. Чё за скорость потерялась так? А, блин, меня трактор сбил. Точнее, я его сбил, он меня. Вернись на трассу, пиздюк. У меня 3 секунды, 2, 1, 0, out of time. Все. А, скинг, понятно. Фабула, а не на фейбл. А, тут еще выбирать можно, ух ты. Получается, фримод это что ли просто прокатиться до конца или что? Как какой? Virtual Jaguar 212, на котором мы играли в Реймана. Пролез. Так, получается, можно на этом, можно на этом, где я начинал. Да, на этом и останемся. А, блин, опять в этот же дерево врезался. Когда фрира тебе для прохождения это неинтересно. Комплит, ладно, пробуем что-нибудь. Гиант опять. Вы сноубординг есть. Вот и сноуборд тебе. Блять. Так. Так, там просто херня, что нужно плагин врубить какой-то, и он сможет напрячь систему не хуже, чем сама игра. Ну, не знаю, не знаю. Вот это другой вариант. Ауч.
Вот в этом варианте, в комплите, тут просто на время, то есть чем дольше катаешься, тем хуже, и все. А мне кажется, фримод как-то даже немного интереснее, хотя фиг его знает. А, за каждый пропущенный добавляется время, понятно, все ясно теперь. Едой закидываете чат опять. Блять. Тех рерол я бы использовал только в том случае, если бы игра была бы неиграбельная из вот этих вот сыпящих текстур. А так игра в принципе играбельная, мне не вижу смысла ставить тех рерол для этого. То, чтобы наслаждаюсь, просто игра простенькая, ничего сложного. А тут еще жизни есть, понятно, то есть я снова на этой же трассе. А блин, а бляха муха Не знаю, это этот Пребелазист Дэн в плейлисте тут куча песен, просто вот я поставил рандомный список, и в следующем не знаю, что будет. Потому что не слежу особо. Перемешиваю все. Ведь вот они две подряд песни Street Fighter. О, кубок. Все, я выиграл. Челлендж 2 теперь. Ух ты, блин. Это не наш список. Это просто с другой группы, не с нашей группы. Там куча ремиксов на разные игры. Я его и включил просто. Ссылка была ближе, чем в других местах.
А-та-та-та-та-та-та. ЮГЦ, привет. Блин. Я такая сначала, я все больше фейлю. А, блин, нафига прыгал. Но. Вроде докатился. Проиграл. Так, блин, пока я дойду до финиша, говорит, за чат улетит фиг знает как далеко. Блин. Так. Вроде мы в эфире. Ой, блин. Конечно, интернет не порадовал немного. Быстро будет надолго, в тони чат спортивные челлендж стой, продависон какие. Ну-ка, продависон, это были камни стрим перед тем, как полетел. Сейчас на это взял, отключилась. Итак, рейс 3, погнали. Не пропускать. А, блин. Блять, пропустил, да, блин. А, еще и физ пропустил. Меня не спасает допинг, потому что у меня допинга ни разу не было. И ни одной спортивной игры вообще не было за весь челлендж. Да блядь, ну куда же ворота летают? Так. Ай, блядь! Дэн, хорош трофей закидать в чат! Столько пропустил, столько пропускаю, офигеть! Да, блядь!
еще на дерево. Опять пропустил. Меня спасает рерол, ну блин, еще одну игру реролить. Эй, слышь, интернет! Упс, извиняюсь. Мне не это в дело, не скинуть Денис процент, так говорится, ой, Грея, наоборот. Мне как-то насчет этого никогда не гонялся. Не хотелось бы, честно, да, 100% не хотелось сначала сделать. Но из-за этого бильярда я сделал... Блять. Сделал, как говорится, пропуск тогда себе. На, блин, на! Спокойно. Спокойно, блять. Ну, цепляй ты их, цепляй, давай, вот, да, блядь, опять мимо. Опять мимо, да, блядь, ну шо ж ты косоногий рукожоп, блин, а? Точнее я, кто за пультом управления. У меня только косорукие. Ах, поесть финиш хотя бы. Еще и в дерево врезался, отлично. Хотя бы финиш. О, зеленый, отлично. Так. Бат, по поводу краешку к этому флагу, говорится. Я бы с радостью, но есть одно маленькое но. Не всегда знаешь, особенно как раз бугра едешь, где флаг этот будет. Но проедешь, говорится, не знаешь, будет ли он впереди вообще где-нибудь в том районе, где-то встал или нет. Тем более на поворот то же самое примерно, потому что не понимаешь, куда ты едешь особо. Из-за много плохого пола, текстуры пола. А мелодия была зачетная, если честно. Так! Бля-бля-бля-бля, где? Я понял, не проехал. Я проехал финиш или нет? О, проехал вроде. Ай, ну давай, 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 давай. Интернет, давай, давай, давай. Фанкуйте, будет фанк. Флаг. На, для особо тетя физический смайлик с дядюшки Пекасом. Дэн, давай! Я за. Сделаешь кастомный нам смайл еще один. Ух ты, прошел дальше, ух ты. Я нулевая жизнь, я прошел дальше. Ай, земля, земля, земля. Так. Ааа! Ушел с трассы. Ааа! Не знаю, для чего светлаков, но Пекус мне точно не помешает. Да, блять. 14 пропустил уже. 15. Где гребаный финиш? Вот он финиш. Опять гейм овер. Титаник? Нет, Lab Story, Batman NES. Кавер.
Может быть. Вот эта мелодия сейчас немного не в тему с горы скатываться. А еще и финиш пропустил, да ё... Ну ёб твою! Что-то в чат написали. Пау. Потом роли эту игру и проходишь следующую, скидываешь игры, а проходишь эту игру, скидываешь провистые игры. Первая трасса, тут вроде как все трассы специальные, то есть как раз я прохожу, то есть попадаю в список зеленых как сейчас, то я попадаю на следующую трассу. И вначале трасса одна и та же вроде как, то есть я ее в принципе уже немного запомнил. Трасса 3 сейчас. Тут, наверное, зависит от того, какую трассу выбрал, гент, не гент, говорит, а да, и трасса меняется, начальная. Вообще, трасса каждый раз получается разная, если прохожу. Блять, Пайпер пропустил одно. Еще он пропустил. Блядь, мимо! Закрывалось и дерзает мой мозг все сильнее. Дурдок, привет!
Минус одна жизнь. Самое главное, не просрать гребаный финиш. Иначе, получается, я потерял жизнь напрасно. Бананами закидывают чат. Блин, финиш рядом, здесь проехал. Привет, дурдок, а к чему торт? А, это просто, это Ганс ответил, наверное, за банан. Итак, попал в зеленых? Попал в зеленых, отлично. Минус одна жизнь, я прошел все-таки. У нас серебряный, ух ты ж, блин. Да и серебряный этот, скейтбордист. Или как он, серфингист. Блин, я просто не знаю, как это точно написать. Скейтборд есть все-таки, наверное. А может не скейтбордист, ё-мо. Сноубордист, во. Скейтбордист это же обычно на колеса, которые. Так, я сейчас не буду читать чат. Простите, но не буду. Эх. Ау, еще одну пропустил. Блять, финиш пропустил! Скорее пидерас, а не сноубордист. Я уверен, что смогу продержаться против призрака до 150 часов, но вот дальше. А, Грей, ты, наверное, про свою игру, да, говоришь, который Wonderboy на графике. Там-то да, пахнет рероллом, если честно, если. Это чуть позже прочитаю чат. А телефон, вы что, издеваетесь, что ли? А финиш? Я проехал или нет? Иди нафиг, отвечать не буду никогда. Фух, так. Скорее пидерас, а не сноубордист. Пидерадист. И так хуяк, Шайнинг СД еще на пару месяцев. Единственное, не понял, проехал или нет? Мне кажется, что нет. Ай, гребаные заборы! Понаставили тут, на треке. Это пропустил уже кучу ворот этих. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Да, блин, 15. 16. 17. 18. Ну, блин. Финиш.
А, все, геймор опять. А, блин. Лучше время 59 секунд. Привет, сэр, 51. Сэр. Та-та-та-та-та. Так, так, финиш, успел. Ничего не за праздник. Просто кидают тортами. Мелодия, конечно, сама по себе классная, но то, как ее сейчас замиксировали, это капец. Ауч. Все? Буду делать, что все, я не хочу слушать это повторно. Блин, я проиграл одну жизнь. Что это было? Это был Journey of Silius Boss Fight мелодия. Ну, блин, такого кавера я не ожидал сейчас даже сам. Та-та-та-та-та-та. Чат не вижу, ничего, подождите. Так. Ну! Финиш! Где же ты? Ну! Я ж тебя жду! Ну где ты? Ну! Чуть-чуть осталось. О, давай! Есть! Вау, хардкор! И сноубордных я только Cool Borders серию играл. Ну прикольно, СР-51. А Фолкнеру это... уши, короче, заяли от такой музыки. И честно, я согласен, даже у меня немного завес, я сам не ожидал, что такой кавер там будет. Сейчас не знаю вообще, что за песня. Я подожди, доеду до финиша и прочитаю чат, что там написали. Сейчас пока не могу. Есть! И в дерево.
Или после его в уши спокойная мелодия. Для успокоения. Кстати, что это за песня часто была, а? Без понятия. Короче, куча авторов. Даже что-то в конце Айзек написано. Ну ладно. Итак, я на серебро прокатился. Ауч. Привет, XD, блин, от той группы, которую как-то ты мне один раз кидал. Как же она там обзывается, группа VGM, каверы и музыка для игр. Радиодача. Песня хорошая, спокойная. После предыдущей, да, она очень хорошая для ушей. Так, я не потерял жизнь, отлично. Значит, у меня есть шансы выиграть дальше. Главное не проебать. Опять песок будет. Ай, два пропустил сразу. Три пропустил. Когда я пытаюсь хоть одним глазом глянуть на чат, я начинаю больше фейлить, что меня больше беспокоит. Финиш! Фу! Предыдущий трешак я тоже уже услышал. Сам признать, хочешь дать пенсию сегодня закончить? Да, а то мне кое-кто вчера в Steam писал, что я фигней страдаю. И челлендж не заканчиваю. Не буду говорить кто, думаю, сами догадаетесь. Либо он сам сейчас скажет в чате. И скажет, что он еще здесь. Ауч. Ауч. Надя, да, пятница обещает быть интересной. Не знаю насчет Грея, что он там все-таки задумал. Но от меня, я даже скажу честно, я хочу сделать небольшой розыгрыш. И пару игр. В пятницу
проблевался, кажется, там на клавиатуру. Извини, кажется, такое выражение, но просто куча иероглифов, я по-эльфийски не понимаю, тем более с капсом. И подожди, не в пятницу. Короче, когда там 16 число у нас там. Ну, сейчас даже гляну, скажу, когда. Ну да, в пятницу. Бас, ну, 16-го узнаешь. А Надя, да, знает уже, что за пятница на зомбитян наша. Грейс вебка? Не знаю. Грей, ты с вебка сегодня? Вот эта музыка, честно, неплохая под катание. Да блин! О, прошел отлично. Финиш! Есть! Ну, Грей обещал, значит, он будет вебкой, посмотрим. Они там с Саниками что-то машнят. Ну, не только с Саниками, я тут подумал и сделал вывод, что 16 числа не будет не только Саники, а вообще просто небольшой вечер хаков. Именно. То есть я нахожу некоторые хаки, которые я уже не раз играл, либо просто поищу новые, поиграю их вместе прям перед первый раз некоторые прям на стриме и просто посмотрим, что будет. Думаю, не будет.
будет стрим, конечно, не с утра, а где-то ближе к вечеру, потому что днем, скорее всего, я уйду, опять же, с родственниками отпраздную день рождения, потом сразу же домой. Да, уже будет вечерняя посиделка с хаками. На Sonic, да, будет парочка хаков, я вот 100% их возьму, потому что мне они очень понравились. А насчет других хаков я не скажу ничего пока что. Будут хаки в основном на Sega, ну, в смысле платформу, и на Dendy NES. И все. Потому что других мест, других хаков особо нигде не найдешь на другие платформы. Обычно все игры только вот эти и хакают. NES, потому что он простенький, и Sega, потому что она тоже такая из популярных и из простых. Да твою же ж, блин, дерево! Тык-тык. Так, финиш? Есть. Самари, что ли? Ну, честно, не скажу, что Самари будет, но, в принципе, почему бы и нет. А, у меня, возможно, потеря кадров было, потому что я как бы не обращаю внимания, когда играю внимательно. Бля, я еще на последнем месте. Самари, ну, не знаю, может быть, все-таки... Покажу и Самари, хотя не хотелось бы его показывать, потому что смысл показывать ту же самую игру просто с персонажем Марио. А вот такая, такие хаки, которые меняют более-менее глобальную игру, вот такие я покажу точно. Не-не, вас, скорее всего, имел в виду Самари, которая недавно выпустили хак для первого Соника, Sonic the Hedgehog, на Sega Mega Drive, говорится, ну, Sega Genesis, который меняет Соника на персонажа Марио. В память о, говорится, о том самом китайской подделке, которая называлась Самари на NES Dendy. В принципе, кстати, этот хак как раз таки делали тоже как раз таки к 30-летию Марио. Просто делали ее в кругу своих людей. Самари топ одна сложная игра. Да, блять, я опять на 50-летнем месте. На NES. По GameFAQs. Блин, две жизни потратил на этой трассе, а? Так, блин, мимо один, земля фигова. А, блядь, я с трассы ушел. Вот не поймешь, где трасса, где не трасса. 4 пропустил, а? 5 пропустил. Шесть, блядь, пропустил. Семь. Да, блин, 8, 9, 10, да сволочь, 11, 12. Сумасшедший скейтбординг. 15, не, 14 пока что только. Так, финиш. Опять проиграл. Так, короче, давайте я поставлю себе условия, раз у меня пока не получается проходить эту игру. Я даю себе такое условие. Если я в течение 3 попыток, ну, полностью до гейм овера, не прохожу эту игру, потому что мне, честно, она немного надоедает уже, я делаю рерол, не технически, потому что, в принципе, игра играбельна. И будем пробовать другую игру. Попытка номер 1 началась. Я уже двое ворот пропустил.
3 ворот. Приворот 4. 5 ворот. Это подожди, Грей, потом прочитаю твое сообщение. Ауч, земля. Так. Да блин, не пишите слишком много только. Фу, так. Давайте 15 стримов на 3 гейм овера. Сома, ты знаешь, что сильно рискуешь? Почему бы и нет? Тут 4 челленджа. Вот. А, типа, пролез подсказка, то есть мне надо 4 челленджа выжить. Окей, спасибо. Миша, привет, блядь. Финиш, есть. По 3 трассы, 4 челленджа. То есть получается всего 12 трасс. Ой, прошел ты, офигеть. Блин, опять твой ник перековеркали. Ангранелинед, Ангранлайт какой-то там пишут. Да блин, зараза. Финиш есть. Прошел. Нет, не прошел, блин. Аграрный Linux, чё за бред ты пишешь про лес? Вау, я на первом месте! Я все, я выиграл, я золотой кубок получил.
Ай, блядь, мимо финиша! А так хорошо шел. А, слишком много букв. Некогда читать. Пиш. А знаешь, Сума, что может так случиться, пройдешь 4 челленджа, тебе скажут, ты не взял все золото, пробуй еще раз. Любишь ты обнадежить Грей, а? Ну блин, ну блин. Нулевая жизнь, челлендж номер 2. Трек трасса. Блять. Слишком много пропускаю. Вроде пошел. Лыжи или сноуборды просто меняется текстура персонажа, но не более. Опять game over. Game over. Сейчас включим лыжи. Такая рюзевенькая кофточка. Мне кажется, что на лыжах он больше... Это тормози, быстрее тормозит. Хотя не знаю, может, мне просто кажется. Тупой, еще тупее персонаж, нигде не помню его. Я сам не знаю, ты про кого ты говоришь. Слушай, я как-то не особо запомнил этот фильм, не особо не понравился он. А твою же ж мать. Thank you.
бронза. Пропустить все 10. Как часть за каждую непройденную ворот получаешь еще сверху 5 секунд. Вроде как. Давай, блин, зараза. За ворот 2 секунды. Ну, 2 секунды, значит. Блин, в красное. Плохо. Сколько у меня там жизней? Одна еще запасная осталась. Твою же, еще и пропустил финиш. Ну твою. Это все кнопку еще одну сломаю на геймпаде.
Game over. Музыка тяжелая. Немного, да, тяжелая, немного не в тему, но такая есть. Гребные деревья. Да, блин, опять деревья. Поскольку ничего поставить. Не-не-не, пусть играют то, что играют. Это каверы разных и песен из игр. А скип игр не всегда известно даже. Ну, сейчас известно. Я последний. Плохо.
Чуваки, выпилите меня отсюда, а чё? Когда сам не уходишь. Да, черепахи. Босс файт. Да ладно. Могу, блять, зря это сделал. Добавить. Ну, добавили. Пролиз, у нас свободное государство, каждый делает, что хочет, не, который, ну, делает, что хочет, не запрещая закон, конечно, ой, не нарушая закон. Сейчас закон не нарушает, аж ты ничего плохого не сделал. Даже выпили тебя не за что отсюда. Опять проверяю, короче. Получается, скоро будет мой третий гейм овер, да? Точнее, прямо сейчас он будет. Итак, что, ты гейм овер, да? Я тебе обещал? Да, да, это гейм овер. Ну что, я обещал, что если сделаю 3 гейм-овера, то я рерольную игру. Что я, блин, сейчас, наверное, и сделаю. Сейчас мы у себя тут в настройках отнимем один рерол. Количество реролов, параметры. 4. Все, реролов 4. Так, открываем наш сайт УГЦ-шный. Давай, быстрее открывайся. Вот он, наш сайт. Да, подгрузись нормально. Нормал. Atari Jaguar. Его видно хоть? Видно. Итак, что же... Space War какой-то, 2000. Space War. Так. Так. Space War, значит. Ладно, ребят, я на пару минут отойду. Перенастроюсь по-быстрому, скачаю новый ROM и вернусь к вам. Так что далеко не расходитесь.